выбирала жабуха дохожучкана, выше она ряди, что вырази. Если на знамени твоем сияют звезды, такой же яркой должна быть и твоя жизнь. Выметет шапзе шапетна, сычухишь раз. Если на знамени твоем стрелы, будь мужественным всегда. Наш фильм «Судьба горца. Отсылки до победы» посвящен легендарному кавалеристу, ветерану Великой Отечественной войны, жителю аула Жако Карачаево-Черкесии Мухамеду Жанову. Судьба его семьи, судьба его самого, одна из судеб, которая советская власть воспитала, прошла войну и до настоящего времени в памяти всех остается. Махош фаша чехопала, тета схабадрафом тесу, ветерану брюешь хаусом рака поплет хажахам. Абхатур касаш районом юнафажем и годзабайчара бестен, сухор социального хуманом че район администрациям и отделом юнафажур дока Назар, жекокажем и тхамада шибзуха Муратсма. Но беды на хохну драгуа администрациям районом и ходжагичу. Мы хаку завашхом, отхов хама мрагар, фарази вижар. Но беды на хохну дюхуи. Если спши бурок второй май малахим шикурджи, Путин дежжагичу, мэтхэл. Матхилер Ирагважаш, Уицача, Иджио Хохуж, Таридино Хохри, Узенчара Бедаруил, Мамара Гардио, Магода Заодим Хахужу, Фараш Мамара Гардхозхари, Квадрадия Пафиту, Тхам праздник Радира Гасаба. Абджадино Хохри, Путин конвертирует Удот, Мария Ража, Мастрохов, Мария Юбилейна Мидадж. Полпред Мелика Варгагвари, республикам, глава республики Мжого, тем резе Врашид Бараспиевич Осу, Мргуатин Хуэуштажа, Оу, Смаджу Тейхвари, Москва Ушу, Абдега Зарвахуарара, Мамргарди, Уйджилизат Нохохри, Уйунагочи, Уйбанчи, Уйшхаджи, Дунем Квадра, Утригат Куши Вигаку, Аллахам, Мамрга, Бедаргадит. Мра Абджа Иджу, район администрациям Чигичу, Ауа Скромну, Мр Аллахам Шхаджа, Рауф Раулевич. Арашука в Дежджагичу. Ари, гульфитар в Худжаши. Гульфитар ми ин ми. Хуабжу дигум. Типсам Бхадеджу Араш мири. Аллахам шхаджа. Зоя. Мухаммед Жанов. Баули Арцаком. Карачаево-Черкесии. В 1925 году. Семья большая. В 1933 году. Раскулачена была. Их отца, мать и пятеро детей выслали в Сибирь. Они ехали долго, попали в Омскую область. Переправлялись на баржах через Иртыш и прибыли на место ссылки. Конечно, тяжелое положение было находиться там. Голод, холод, вдали от родины, где привыкли к другим благам. Но семья выдерживала. Выдержала она эти испытания. В 1937 году осудили брата и отца. Сам Мухаммед Жанов был очень зол на советскую власть. Но когда пришла беда и на нашу родину напал враг, когда ему исполнилось 18 лет, в 1943 году он пошел воевать на фронт. Да, уже призвали, уже известно было, когда призвали. В 43-й год. Ну, войска, первый украинский фронт Тарас Хартасов, с начала до конца. Командующий был Батурти. Его памятник сейчас в этой, на Украине хотят демонтировать, там борьба сейчас идет. Очень тяжелые сражения были, когда мы по Карпату переходили. Очень. Единственная одна дорога. Налетали самолеты. Самолеты бомбили, а куда деваться некуда было.
там и техника, там и пехота, там и лошадей, там и артиллерия, там и пушки, там и такая. Ну, моральный дух, моральное воспитание. Преданно своей родине. Замполиты работали сюда. Призвали этот Ленинабад. Меня проверяли. В этой части я не мог попасть никак. Потому что поскольку я был сын кулака, шахта Надежды, 80 метров шахта Надежды была. Работали одни заключенные по 20-25 лет. Но заключенные охраняли другие, не мы. Мы завод охраняли. Суд месяц работал завод, представьте себе, месяц работал, вырабатывал этот завод килограмм 4-5 уран. И капитан был один. Этот капитан выселял, карачайцы выселял. И он женился на черпешеньку. И он меня терзал, почему вы сюда попали? Почему вы сюда попали? А что говорит? Попал, попал. И он спрашивает, что ж ты, откуда вот родом? Я раз Адихабский район, а он Исакон. А там он говорит, а я вот позову землячку. Он телефон берет и позвонил. Приходит женщина, красивая такая, курсы прямо по этим, высоким ростом. И как глянул на меня и бросился на меня, плачет. Мы родственники были. Ну, говорились туда-сюда, потом в гости приглашали. Значит, нас сформировали как раз на Курской дуге. Первый крещение я принял на Курской дуге. Гроб, дров. После разгрома Курской дуги мы двинулись по территории Украины. По территории Украины воевал Отидо. Освобождал город Дубно, Сброды, Шепетовка, Умань, эти города украинские. Подошли к Киеву. К Киеву подошли нас, где-то двое или трое суток мы готовились, делали плоты, на плотах переправились через Днепр. Когда Маранов отстреливали, мы подъехали на лошадях, мы спешились. Сёдлы сняли. Командиром эскадрона был капитан Мансуров. И сказал, кто желает первым форсировать Мараву. Первым вышел полковой воспитанник Блохин. Ему было 12 лет. Мальчик. После него я вышел. После меня вышел Хамраев, татар. С ручным пулеметом, а я с автоматом. Еще один товарищ был с Краснодарского края, Псибай. Четырем. Мы сели на лошади, спустились на воду. Река такая была, вообще невыносимая. Не могли переправляться через речку. Лошади не пошли. Во-первых, река была большая. Большая река была. Очень быстрая течение. Одни ноздри, и нос только было видно, уши. Вернулись. А потом у командира панциров лошадь хорошая была. У командира раз будет конь плохой. Он своего коня отдал этому пацану. Пацан сел на эту лошадь. Вновь спустили в воду, и мы переправились. Недалеко от нас большое село было. Немцы там располагались, а нас было четверо. И нам было приказано задержать немецких мотоциклистов, не пропускать. Мы окопались быстро, очень быстро окопались, залегли. Ждем, пока нас подъедут мотоциклисты. Пока мы задержали, завязалась бой с мотоциклистами. В это время подъехал саперная часть наши, проложили под Томи мост, через этот мост переправлялись войска. Форсирование начали сразу на всем участке фронта.
Для переправы использовали все, что было под рукой. С огромными потерями. Под плотным артобстрелом и бомбежками бойцы пересекали реку и закреплялись на правом берегу. Все захваченные ими плацдармы немцы атаковали на земле и с воздуха. Наши соединения, участвовавшие в операции, сохранили не более 30% солдат и вооружения. Но задачу выполнили. Кроме того, они отсекли от основных сил немецкую группу войск в Крыму. Следующим этапом битвы стало освобождение Киева. Первое свое боевое крещение Мухаммед Джанов получил под Курской дугой в составе 16-й механизированной мотострелковой дивизии. Тогда он служил в пехоте. Это случилось летом 43-го. На пути германского бронированного потока советская армия построила гигантскую плотину. Ее назвали Курской дугой. Этой линии обороны предстояло повернуть ход мировой истории. После начала наступления на Курской дуге Мухаммед Джанов был ранен и попал в госпиталь. После госпиталя снова призыв, снова война дальше на запад шла. И командир, который призывал его, спрашивает: «Вы откуда и кто по национальности?» Он говорит: «Я с Кавказа, я черкес Садых». И командир ему говорит: «Какой черкес может воевать без лошади?» Так он попадает в кавалерию и продолжает служить в кавалерии. Первое кавалерийское его крещение произошло при форсировании Днепра в составе 29-го кавалерийского полка. Вот в том бою, как он рассказывает, как очевидцы говорят, первый поход на лошадях в Днепр не удался. Вторым уже пересели на другие лошади, и они переправлялись через Днепр. Переправлялись на плаву, держа за гриву, держа винтовку, держа оружие. И так они закрепились на том берегу. И долго они воевали, продержались. 30% всего уцелило этих солдат, которые переправились. Но они держались стойко до подхода регулярной армии, пока они не построили мост и не переправились через Днепр. Следующий шаг – это освобождение Киева. И он снова дальше едет на запад. Первым мы задержали это 4 человека и проложили мост для того, чтобы переправить войска. Я там и там третий раз был там ранен. Попал в город Давыдца. Когда я вернулся уже в час, там было человек 10-12 всего оставалось. Я спрашивал: за этот переправ, за бой, кому что дали, кому что награды какие были? А тогда приказ Сталина был: над смертью мне представляют пищу наград. Ребята сказали, вроде был приказ по полку, что этим пацанам присвоили героев Советского Союза. А мне дали медаль за отвагу. Ну, вышло на форсиру, я слез с коня. На коне. На коне, уцепился за сок, за грибу. Лошадь плывет, а я сбоку. По воде, лошадь по воде идет. Там, пока мы 40 переплыли. Сколько вы вышло из воды туда? Четверо нас было. Мы задержали немцев. Угу. Эти мотоциклисты мы завязали сбор, открывали огонь по мотоциклистам, переворачивались кверху колесами. После этого уже постепенно начали переправляться. Потом мост построили, войска переправились. 6-й кавалерийский корпус, 8-й гвардейской дивизии.
29-й кавалерийский полк. Наши прадеды и деды нам оставили совет. Надо драться за победы, без победы жизни нет. Для народной гордости и мы прожигающих разобьем. И фашистов заводим. Дружно! После Киева дальше идет Польша, Венгрия, Чехословакия, и дальше продвигается его боевой путь как кавалериста. Он дальше едет на запад, воюет героически, освобождая города и села Западной Европы. В это время заканчивается 9 мая в Берлине война. И все празднуют День Победы. Но Мухаммед Джанов воюет дальше. Он продвигается в Австрию и освобождает от немецких оккупантов Австрию. Для него война закончилась 20 мая 1945 года на территории Австрии. Представьте себе полк и корпус. Наш полк, 29-й кавалерийский полк, всегда был в дозоре. На какой бы позиции мы ни выходили, мы бой всегда на себя принимали, как разведчики полка. Во время войны с передовой его сняли, вызвали в Москву командир полка, полковник Цимбуховский, и ему вручили позолоченные сабли с Москвы. За храбрость, за все, за отличие от полка, позолоченный сабли получил. А участника полка благодарность и все. Это уже приказ Сталина было 7 ноября 43 года войти в Киев, освободить Киев. А мы вошли 6 числа 43 года, в ноябре месяце. Киев освободили и двинулись, а в городе проходил ожесточённый бой, вы сами знаете, дом за дом, квартал за квартал. После освобождения Киева по территории Украины мы пошли дальше. Освобождал город Житомир, Белая Церковь, Бердичев. Дошли до Поросни, Шевченская группировка. Это котел был. Там очень... 6 месяцев была окружена наша войска там. После разгрома Коростина мне там ранили. В этом бою. Я попал в Киев, в госпиталь. Эвакогоспиталь, 11.036. Эвакогоспиталь. В госпиталь пролежал я 45 дней. После выздоровления вновь формируют. И опять же отправили на фронт. Потом нас привезли в город Изяслав. Это недалеко от Киева, большой город. Там со всех госпиталей собирали и отправляли вновь на фронт. Как раз мы с обеда пришли, в обедный перерыв. Приехал покупатель, говорят, покупатель, с кавалерии. В кавалерии был. Нас выстроили. Старший офицер был какой-то. И сказал, кто желает служить в кавалерии, 2 шага вперед. Я вышел первым со строя. Ко мне подошел и спрашивает, с откуда? С Кавказа. Национальность черкес. А черкес без коня не черкес. Так и ответил. Ну, а теперь будете воевать в кавалерии. Я попал в 6-й кавалерийский корпус, 8-й гвардейской дивизии, 29-й кавалерийский полк. Ну, я там уже тоже был ранен этот. После ранения
я попал в 13-й армию, где командовал генерал Тянь Плиев, тоже кавалерийский. И мы, когда я туда попал, вошли мы на территорию Польши. Польша освобождала город Янов, Краков. После освобождения Польши в Румынии, по территории Румынии. Карпаты прошел с боями. Перевал, Карпатский перевал. Есть книга специально «Карпаты». Очень интересная книга. Венгрия освобождал город Добрицель. Хагасабосу, Радимари, Асот, Лашадармат. Это города, венгерские города. После освобождения Венгрии, там тоже рядом Чехословакия. С Чехословакией тоже воевал. Город Брно, Бреславль был освобожден. Это вот недавно выступал этот дочь Плиева, вечером выступал, рассказывал. Они вот твои документы, там тоже Брно, Бреславль. 45-го года, 9 мая, была война закончена. Объявили войну закончена, все. А мы воевали еще до 20 мая на территории Австрии. Оставив позади Венскую долину, войска генерала-лейтенанта Захватаева вышли в предместье столицы Австрии. Наступление на Вену развернулось в форме гигантского веера, охватывающего город с трех сторон, с юга, запада и севера. Танкисты генерала Кравченко и пехота генерала Глаголева пересекли отроги австрийских Альп и вышли к Вене через Венский лес. Войска маршала Толбухина обложили столицу Австрии. Город горел. Немцы взрывали дома, заводы, склады, образуя завалы, прикрывающие площади и улицы. Они намеревались вести на улицах города упорную затяжную борьбу. Взором наших солдат и генералов открылась панорама одного из древнейших и красивейших городов Европы. Командующий войсками 3-го Украинского фронта маршал Толбухин обратился к жителям Вены. Час освобождения столицы Австрии Вены от немецкого господства настал, но отступающие немецко-фашистские войска хотят превратить Вену в поле боя. Маршал призвал жителей Вены. Ради сохранения столицы Австрии, ее исторических памятников культуры и искусства, не давать немцам минировать Вену, взрывать ее мосты и превращать дома в укрепления. Организовать борьбу против немцев в защиту от разрушения ее гитлеровцами. Он скакал на лошади, он сливался не только с лошадью, но и с природой, и с горами. Он очень простой человек, простой в общении, простой в том смысле, что он не жил и не живет ради наград, а живет ради того, чтобы его родина его защищала, и защищала их семью. Власовская армия была тоже разбитой. Они действовали группами по 20, по 40, по 50 человек. Мы делали зачистку. Когда зачистка кончилась, немножко мы отдохнули и двинулись на Россию своим ходом. Все войска пошли своим ходом. Подошли мы к городу Ровно опять, а в Ровно нас не хотели пускать, бандеровцы. А потом там же нас было, сколько там, колонны, танки, бронетранспортеры. Все развернули в боевые порядки и пошли в бой. Ну, бой длился недолго. Оказывается, не закончилась его служба дальнейшая. Его перенаправляют в Ленинабад на охрану особо важного объекта уранового рудника, где он прослужит до 1950 года. Опять покупатель приехал.
Личным делом у меня было нормально, вообще отлично было все. Там же все пропускали через сито. И я попал в войска МВД по охране особо важных объектов промышленности СССР. Войска МВД. В городе? Город Ленобад. В Ленобад нас привезли, нас раскинули по гарнизонам. Там гарнизона много было. Чаншанский город. Это на границе с Афганистаном. Там был завод. Секретный завод был, где атом перерабатывали руду. И вот этот завод мы охраняли. 4 года я там прослужил. После войны 4 года прослужил. В 50-м году, в октябре месяце, в ноябре месяце, 27 ноября 50-го года я демобилизовался. После демобилизации я дальше в 53-м году паспорта же не было, не давали паспорта. Я каким-то образом нелегальный паспорт достал, поехал в Черкесск учиться. В Черкесске я учился 3 месяца в досаде шофера. Выучился, дали нам машине, на машине работал. И с ней познакомился в Черкесске. В 53-м году мы поженились. И живем до сих пор. Две дочери, сын. Старшая дочь в Москве, семья. А младшая отсядка здесь, в Черкесске. Сын тоже здесь, в Черкесске, таксистом работает. И я до ухода пенсии работал в сельхозтехнике. Завместо кино работал. Оттуда ушел и больше не работал. Оттуда уже я больше не работал. Как инвалид войны ушел на пенсию. А я долго еще работала. Я и садик там соорудила даже почти своими руками. Со строительства детского сада в Хабезе. А до этого я работала учительницей в ЖАКО. Оттуда сняли меня, перевели на заведующей социального обеспечения, Соцобеспечение. Заведовала лет 7 там. И началось строительство этого здания, и меня послали туда. Я ходом набирала воспитателей, детей было уйма, некуда было их вмещать даже. Сахату я зажала здание, почти сахату. Я там проработала 17 лет. Был порядок большущий, хороший. Выделялся по всей республике. С городом Москва, Кичу, я сажал, даже иностранная делегация сидела, Шаушта. Походу показной цель садик. И Дюришаша садик, а он и тот уже. Кстати, с техником парткома я работал 8 лет, 7 лет парткома. Это одна из судеб легендарного героя, одна из судеб нашего солдата, который защищал свою родину. Да, он говорил, что он был зол на советскую власть, потому что семью выслали. Как не быть злым? Но когда враг напал на родину, он взял оружие и защитил свою родину. Этот человек сейчас живет в ауле Жако. В этом году, 2 мая, ему исполнилось 92 года. Я сегодня хочу пожелать Мухаммеду Жанову здоровья прежде всего. Чтоб счастье своих детей и внуков, и внучат видел. Чтоб, вспоминая те былые года, он радовался, что он прошел такой путь. Такой путь солдата, такой путь гражданина. И в своих словах он говорит, нужны солдаты. Нужно защищать свою родину. И нашему поколению
легендарный кавалерист, дает напутствие. В первую очередь, что необходимо нашему правительству, не покладая рук, вооружаться и вооружаться и вооружаться. Потому что положение вообще не важное. Вон, смотрите, что происходит на Украине. Эти гады мы освобождали. Они говорят, русские не освобождали Украину. Вон, по телевидению передают. А мы освобождали Украину. В 43-м году немцы нас гнали без оглядки день и ночь. Без остановки. Грязь, распутица. Все побросали, кроме винтовки. Винтовку нельзя было бросать. Подошли к Днепру в 43-м году. Ночью, день прошел, ночь не вставая. Каждую ночь по 10, по 15, по 20 человек украинцы оставляли свои боевые винтовки и уходили домой. А нашему поколению до тех пор, пока будет существовать наша планета, это праздник мы будем отмечать, чтобы не забывали. Эта история тем более уникальна, потому что про этого кавалериста очень мало рассказывает средств массовой информации в книгах. И не вспоминает, что он служил в кавалерии. Завоевать за фарисеев, я не меня сав, я не меня за себе не меня сав. А победы за кого-то сав. Псоми за кого-то. Фашизм победить за нас. Раз не всегда победили мы фашизм. А бывший мистер Вули, мне гусята есть, я лахбукал хороводу днем тету, даже схожу. Но сынага ему. Епсантавса малаж, епсантавса дүнен тет. Гуфахури у хайлугури у ешхати у нахути лапча. Аллахам кода дүнен тегад. Майим ебгум хабас дэйжэй кочину гуфаху зэхахам, Мухаммади Рагаблагари, Хашахар, Ежжаш. Честно, добросовестно служили своей отчизне. Ну и народ тоже должны работать, не покладая рук, для того, чтобы укрепить Россию, наша обороноспособность, это у нас значит. Путин в этом деле молодец, дай Бог ему жизнь, счастье, здоровье. Он день и ночь вооружает, это хорошо, это прекрасно. Наши вооруженные силы вообще Сурдюков развалил до ниточки. Но благодаря Путину поднял нашу армию, нашу боеспособность, оружие, все такое. Это очень радостно. А без оружия вообще. Когда мы сюда переехали, я тогда еще в совхоз был. Я в совхозе работал, шофером. Всегда был передовиком в совхозе. Всегда я был впереди, как говорится. Вместе с Фаншаловым, дай Бог жизни ему, жизнь здоровья Парашюков. Я у него 18 лет работал шофером. Потом в Малом Зеленчуке работали вместе. Меня туда поставили Порткомом после Аргунова Юрия.
Юрий перевели туда, в сельхоз, тоже в химию. А меня сняли с детского сада и послали туда подкову. И он, его тоже перевели. 120 машин обслуживали. Сельхозтехники. Мы проработали там. Я 7 лет, он раньше ушел. Он перевелся сюда. Ну, я по ранели ушел. Я как инвалид войны, я еще работал. У меня сейчас, у меня легкий осколок. Это на территории Добрицына было. Нельзя трогать. Ключица была разбита. Через ключицу остановился на легкой. Но есть у нас и другие герои. Есть Тауров Джагафар, участник Великой Отечественной войны, тоже кавалерист, писатель, который написал много книг. И в своей книге «Участники парада Победы» он раскрыл суть кавалериста и там написал про Жанова Мухаммеда, как он воевал, немножко, правда, строчки. Как он участвовал по приглашению губернатора Ленинградской области Валентина Матвиенко в параде 65-летия Победы в Санкт-Петербурге вместе с другими кавалеристами, вместе с другими кавказскими джигитами. Вот так сложилась судьба человека, о котором мы сегодня повествовали. Но мы в дальнейшем будем тоже о судьбах рассказывать и преподносить нашему молодому поколению, что за Родину воевать – это честь и достоинство. Когда сейчас фашизм начинает поднимать свои головы, нужно любить свою Родину, как любит Жанов Мухаммед. Я еще раз ему хочу пожелать здоровья. Thank you.